Адильхан Ежанов, побывав на кинофестивале Олега Тарковского, готовит к выпуску свой новый проект. На этот раз он снял документальный фильм с интригующим названием «Как отмыть культуру. Министр». В разговоре с нашими журналистами режиссер рассказал, что зрителям предстоит увидеть новый жанр кино. Собранные документальные материалы будут приправлены постановочными кадрами. Сам фильм расскажет о том, что в современном мире культуру необходимо отмывать от грязи. И помочь в этом должно правительство. Впрочем, Ежанову не впервой работать в сатирическом жанре. Почти все его работы затрагивают насущные проблемы современного общества. Презентация картины состоится в Казахстане уже в сентябре. Не пропустите!